Саша, с победой 8-0. Как тебе игра? Игра отличная. Реализовывали свои моменты. Я считаю, игра давалась прям просто. Вот. Никто не суетился, ничего, поэтому я думаю, такой результат могли еще забивать. Дебютный гол за сборную. Было это в планах? Мечтал? Ну да, было в планах, в принципе. И вот, забил. А празднование? Празднование это я посвятил Максу Мухину, чтобы он поскорее поправлялся после крестов. Вот. Ты на тренировках забивал очень много красивых голов. Сегодня был штрафной. Почему не пошел бить? На там с другой стороны просто. Да и как-то, не знаю, никогда не бил штрафные. Просто на тренировках так вот попадалось. Не знаю. Можешь сказать, что смелости не хватило чуть-чуть? Да нет. Я всегда бью с левой стороны, а там был штрафной с правой стороны. Оттуда я, наверное, вообще на трибуну ударил, скорее всего. Сегодня очень много людей. Как тебе атмосфера? Вообще прекрасная атмосфера. Спасибо всем болельщикам. Было очень круто. Вот. Где сборной интереснее играть и приятнее, в Москве или в регионах? Да и в Москве, и в регионах, я думаю. Ну, в регионах прям, ну, больше народ пришло, чем, конечно, в Москве, но все равно и там очень приятно играть, когда есть болельщики, полный стадион, поэтому без разницы, главное болельщики. После игры что сказал Валерий Карпин? Похвалил, доволен игрой? Да, доволен. Что сказал, не могу сказать. Ну, хотя бы одно слово. Молодцы. Спасибо.